как строят дороги в США и в России. На предполагаемой трассе вынимается до 1 метра грунта под котлован. В вырытый котлован укладывается глина, щебень и песок. После уплотнения основания ложится два слоя асфальта толщиной по 7 сантиметров. Как правило, в России на этом этапе строительство дороги окончено. В США поверх асфальта укладывается армокаркас. Он используется для равномерного распределения нагрузки. Далее заливается бетон толщиной до 30 сантиметров, и попутно бетонный укладчик делает шероховатым верхний слой. Он нужен для минимизации скольжения шин. Срок службы таких дорог до 40 лет без ремонта.